Нину. Я что хочу сказать, дорогие друзья. Чем, какой она, что она сделала, эта женщина? Ей не надо было делать ничего. Она нам подарила прекрасных детей. У нас у евреев говорят, «Кол Исраэль Арвин Зебезе». Она это внушила своим детям. На любое наше мероприятие дети всегда, как в Советском Союзе говорили, пионер, будь готов, всегда готов. Это они, которые готовы всегда откликнуться на все наши мероприятия. Рабай сказал, мы победили советскую власть. Но он не сказал, каким оружием мы победили советскую власть. Мы победили советскую власть благодаря нашим матерям. У советской власти радио, газета, кино, школа, журналы, а у наших матерей одно слово, хороны, что бои кожаные, овоны, им урфоны, им одыгиты, и сделай так, как мамы нас держали on the Jewish track. Мы были пионерами, мы были комсомольцами, но мамы нам всегда напоминали. Уходишь из дома, мама говорит, музыкуем учитары. Кто это нам говорил? Мама. И тут же добавляла, Рафтан Бадастихуд, он дан Бадастихудо. Нам это внушили, и мы это здесь помним навсегда. Дорогие друзья, мы находимся, небольшая горстка бухарских евреев пересекла Атлантический океан и поселилась в западном полушарии. Здесь звучит английская речь. Иногда мы говорим по-русски. Но когда мы слышим свою родную речь, у нас гасятся чувства ностальгии, нам на душе становится тепло. Кто с нами говорил на нашем родном языке? Это Миша Аронов, это Роза Апарт.